Алло, милиция! 102! Он бьет меня! Проклятый пьяница! Скорей сюда! Жива едва! Именно так проникновенно и пронзительно началась торжественная церемония презентации книги Владимира Сетухи «Служим закону, народу, отчизне». Стихотворение автора прочла ученица средней школы номер 8 Ольга Сирошек, которая учится в классе правоохранительного направления. В свое время Владимир Николаевич много внимания уделял нравственному воспитанию детей, посвятив этой теме не одно свое стихотворение. Часть из них вошла в новый сборник, в лирический раздел. Вторая часть посвящена «Горное дело внутренних дел Бреста и региона». С Владимиром Николаевичем Сетухой нас связывают давние отношения, дружеские, творческие отношения. К сожалению, мы не смогли реализовать весь его вот этот потенциал как автора, как писателя, как поэта к изданию книги, которая была посвящена 75-летию образования УВД. К сожалению, большой скорби родных, близких, друзей, коллег скоропостижно скончался Владимир Николаевич. И мы не смогли закончить его вот эту задумку. Но мы решили продолжить и реализовать уже в книге именно со стихами, которые посвящены каждому райотделу милиции. Символично, что вот это вот посвящение, символично, что вот эту презентацию книги мы хотим провести как раз 5 марта. 5 марта – это первый день 100-го года в истории милиции. Мы постарались максимально показать творчество. Ну, все, конечно, не вошло бы, это надо было несколько томов издавать. Но мы хотели показать разносторонне Владимира Сетуху и как прозаика, и как поэта, и как детского писателя. То есть мы постарались так многогранно показать творчество. Часть стихотворений Владимира Сетухи, опубликованных в сборнике, были найдены в редакции газеты «Заря», где работал автор, а также в управлении внутренних дел, будням сотрудников, которых поэт также посвятил не одно стихотворение. Именно поэтому замысел создать сборник родился у журналистов и милиционеров одновременно. Уже спустя месяц после обсуждения книга «Служим закону, народу, отчизне» увидела свет. Ее первый экземпляр был торжественно вручен семье Владимира Сетухи. В их памяти этот день останется надолго. Очень светло на душе. Потому что сохраняется память, и это приятно очень. Память о человеке, который отдал много лет своего творчества Брещине, Белоруссии. Писал о многих людях, о многих предприятиях. Человек, который был увлечен своим делом, своим творчеством. Это доставляло ему радость, и ему было приятно то, что это людям доставляло тоже какую-то радость от его произведений. Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем и цветов тем, кто оказал помощь и поддержку в создании публикации книги «Служим закону, народу, отчизне».